Ситуацию с заключением договоров с региональным оператором «Хартия» еженедельно мониторит на заседаниях специально созданного штаба. В этот раз на него пригласили руководители управляющих компаний, садовых и гаражных кооперативов. Договор со своим региональным оператором на вывоз отходов и их дальнейшую утилизацию должен быть у каждого юридического лица. Однако эта работа в городском округе Щелково идет не так гладко. В частности, на сегодняшний день из 37 садовых товариществ договор заключили лишь 29. На заседаниях штаба проблемы отсутствия договоров обсуждают и стараются найти всех устраивающее решение. Проводится штаб совместно с «Хартией», управляющими компаниями, руководителями СНТ, ДНТ, ГСК, совещание, где конкретно все проблемные вопросы выносятся на штаб и, скажем так, вырабатывается достойное, нормальное решение, по которому, ну, приемлемо можно было бы и тем субъектам, которые должны заключить договор, и именно «Хартии» заключить договор на вывоз ТКО. Отсутствие порядочности, наверное, среди людей и юридических лиц, которые мусорят или являются образователем отходов, но не хотят заключить договор. Основная проблема в этом – отсутствие ответственности какой-то в плане моральной.